Почему стоит покупать у video-shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Всем привет! С вами video-shopper.ru. Компания Huawei давно зарекомендовала себя как достаточно хороший производитель смартфонов с большой армией поклонников. И сегодня у нас в обзоре еще один интересный представитель из серии P. И зовут заморского гостя Huawei Accent P6. В довольно интересной белой коробке, кроме самого телефона, мы видим документацию, зарядник, шнур USB microUSB, он же шнур зарядки, наушники и защитную заднюю накладку. Когда вы купите телефон у нас, то бесплатно получите карту памяти, пленку на экран, полноценную навигацию, множество игр и программ, а также уникальный видеоучебник по Android. Подробности по телефону на экране и на сайте video-shopper.ru. Если не вглядываясь в телефон, не сразу можно сказать, что это смартфон от Huawei. Тонкий, квадратный, монолитный брусочек со слегка скругленными краями. Ободок по периметру выполнен из серебристого алюминия. Дизайн смартфона и вправду красив и элегантен. P6 просто отлично держится в руке, а в кармане практически не ощущается. На мой взгляд, вес и размер просто идеальны. Сборка очень хорошая. Детали корпуса не люфтят и не издают неприятных скрипов. Все управление гаджетом в основном сенсорное, за исключением нескольких кнопок, которые вынесены на правую боковую грань. Это кнопка включения, она же блокировки, и кнопка регулировки громкости. Ниже слот под сим-карту и карту памяти. Слот USB расположился на верхней грани. Слева, в самом низу, закрытой заглушкой имеется разъем для наушников. Очень странное решение. Самое главное не потерять эту заглушку после того, как вы послушали музыку. Задняя панель из алюминия. Если бы я этого не знал, сказал бы, что из пластика. Это, конечно, не женское тело, но касаться ее очень приятно. На ней мы видим камеру со вспышкой и динамик. Посмотрим на дисплей телефона. Он 4,7 дюйма с технологией IPS. Имеет разрешение HD 1280 на 720 точек. Разрешение не самое высокое, и разница в Full HD не очень-то и заметна. При глубоком изучении пикселей просто незаметно. Четкость экрана на высоком уровне. Углы обзора тут большие, и картинка яркая с достойной цветопередачей. Также экран имеет сверхчувствительный сенсор и позволяет пользоваться им в перчатках. Внутрянка P6 – четырехъядерный процессор с маркировкой K3V2. Работает на частоте 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной. А с помощью слота под microSD память можно расширить еще на 32 ГБ. Тяжелые игры, как Real Racing 3, летают вполне нормально. Тест нам показал вполне неплохие результаты. Смартфон работает под управлением Android версии 4.2.2 с фирменной оболочкой, также последней версии 1.6. В ней собраны самые последние нововведения. Например, ответ на входящий звонок, когда подносишь телефон к уху, приглушение звука при повороте экрана вниз и прочие интересные фишки, делающие использование модели более удобным и приятным. В использовании все очень удобно и выглядит оболочка очень приятно и забавно. Как и практически любой смартфон, тут есть две камеры. Фронтальная в 5 мегапикселей, которая часто используется, как правило, для видеозвонков. И основная на 8 мегапикселей. Обычные снимки получаются четкими и реалистичными. Есть даже множество творческих режимов съемки, которые сделают из ваших фотографий нечто необычное. Камера имеет вспышку и автофокус. Еще здесь есть настройка баланса белого и ISO. Видео снимает Full HD. Вот что у нас получилось.
встроенный плеер не отличается большим количеством настроек, но они и не нужны. Устройство обеспечивает достаточно хорошее качество. В P6 применяется технология Dolby Mobile. Звук просто отличный. Громкость высокая, хорошо выражены низкие частоты. Для прослушивания музыки смартфон вполне подойдет. Телефон оснащен всеми необходимыми форматами беспроводной связи. GPS, GLONASS, Wi-Fi, Bluetooth. Напомним, что только в нашем магазине video-shopper.ru в том случае, если в течение 14 дней телефон вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. И еще раз напомним, что когда вы купите телефон у нас, то бесплатно получите полноценную навигацию, множество игр и программ. Подробности по телефону на экране и на сайте video-shopper.ru. Подведем итоги. Пожалуй, это очень интересная модель с хорошей производительностью и отличным набором функций. Он обладает почти всеми функциями современного телефона. Делать хорошие фото, выходить в интернет, подсказывать дорогу, работать переводчиком, служить телефоном в конце концов. В общем, отличный вариант современного гаджета. Выбор за вами. С вами был video-shopper.ru. Не забывайте подписаться на канал и ставить лайки. Удачи! Почему стоит покупать у video-shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше.